Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение партии за Испанию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им большое за поддержку. А всем зрителям приятного продолжения просмотра. Моли предложение. Надеюсь, вот тут место будет. Следующим ходом наемники, по идее, должен апнуться. Блин, я бы этого полководца купил. Давайте мы следующим ходом купим полководца лучше. Игра миссию предлагает строить, но я, конечно, лучше пойду гипс обрабатывать. Тут будет производственная. Так, после наемников в теологию все-таки. И теократию примем. А еще у нас гильдии там надо. Че, скиф, как испанца стопать будете? Ну, я не знаю, что тебе на это ответить. Кстати. Ну, вот там скоро конкискадоры и все. Можно будет соцвертить и спать. Почему? Стильный юнит. Согласен. Юнит сильный. Тут просто интересно, в кого он пойдет. Никого, буду сидеть развиваться. Ну, 8 городов. Мало считаешь, да? Да, я думаю, что может мне Болонью захватить. И это... Так, скиф, я тебе там кинул предложение, и, по-моему, этому Мали я тоже кинул предложение. Мали тоже кинул предложение. Мали 93 силы. Но согласитесь, зачем мне города Мали? Вот просто по логике... И скиф кинул предложение. Забавно, что Мадрид на стыке двух континентов появился. Да. А испанец почти всегда на самом деле спавнится на стыке. А у него нету союза. На самом деле. Вот сколько игр 6 за него начинал. Из 7, ну тогда я бы Болонью сходил, забрал. Был... Когда у меня будут миссионеры и конкистадоры. Ватикан. Ватикан жалко на самом деле. Очень неплохо бонусы дает. Не то поставил. Я хотел караваны поставить.
Караван. Ну, слушайте, пока мне не хватит, это будет 100, 107 там, и пока не хватит апнуть, поэтому, наверное, я и не буду ставить пока эту карточку. Так, я хочу... Ага, не хватает пока. Ну, формирует... Корпус, по-моему, прикольно. Торговца я, видимо, и так возьму. О, кстати, тоже неплохой ученый как раз для меня. Прям все вообще тут ко мне. Так, ну я думаю, что надо тогда юнитов перебрасывать к Болонии. Заберем ее. О, ставится сюда город, отлично. Ну и что, что минус один? Я думаю, что эти города будут влиять. Тут от Лавенты минус один. Корпус конкистадоров под миссионером просто забирает это все. Деньги пока нужны. Таруга хочет обратить в религию. Пошли в Таругу, отправим миссионера этого. Торговца забрали. Не знаю, хранить мне его. 100 золота и посла. На... У меня тут есть, кстати. Например, вот ртуть. Может мне его сохранить? Так. Выкупаем генерала. Следующий генерал говно. В Болонию кто тут поотправлял? Все. А у меня один посол, потому что я его первый встретил просто. Лагерем, похоже, скиф разобрался.
Ко мне кто-нибудь вообще караваны пускает? Ацтек, Мали, все по одному. Так. Магнуса или Рейну взять? Будь здорова. Дать, наверное, в Севилью Рейну. Я еще не вижу, чтобы мне вырубать что-то хотелось. Да, кайф. Вот сюда, конечно. Давайте со священного места. Блин, а чё так? Чё так много? А, давайте священное место сюда. А, блин, тут ещё... Тогда рабочих. Can't go around arresting the Thieves Guild. I mean, we'd be at it all day. Ну, кстати, соседство коммерческих зон можно поставить для науки. Будет 6. А в Мадриде нету, кстати. 4. Ну, не так, чтобы много. У меня 3 коммерческих зоны. Или даже 2. Нет, 3. Не, не хочу. Пускай пока стоит так. Реформацию приму, поставлю карточку на апгрейд юнитов, апну первого конкистадора, собственно, сделаю полководцем, что там, армия или корпус, я уже забыл, корпус, наверное, корпус, да, и миссионеров Толедо куплю, и понеслась. Так, давайте, наверное, к Гурдвару в Барселоне. Мне бы еще в меркантилизм дальше пойти. Или дипломатическую службу сначала. У нас тут караваны бегают. Да, там, кстати, миссия на другом континенте неплохо дает этих выхлопа. Может быть, и миссию на холме поставлю. Сначала промышленную зону, потом центр коммерции. Центр коммерции еще расти, кстати, надо будет. То есть давайте амбар один ход. Расти побыстрее будем. Thank you.
меркантилизм, чтобы вот здесь на этих клетках крутых еще лесопилки поставить. Колизей, большой бассейн, скиф. Блин, может, мне надо было монументальность брать. Что-то на самом деле... Вольнодумство... Не сказать, что это мне много науки дает, а я бы сейчас просто за веру кучу всего покупал. Скиф, кстати, не брал. Вольнодумство. Ну, точно взял Мали, я думаю. Есть Мачу-Пикчу, промышленная зона. Блин, хулиганы зрения лишают. Так, не покупаю я пока тут клетки, стою. Варвары что-то прям аннигилируют. Давайте в Теночтитлан. Так, а тут я решил, где я хочу центр коммерции. Наверное, вот тут, где лес. Стоим один ход, ничего не строим в Кордове. Ничего не строим. Ну, видите, мои военные приготовления против скифа не прошли даром. Он решил, что... Я думаю, что вот если бы я этого не строил, он бы напал на меня. Но это, вот это тяжело берется стопудово, потому что где бы он ни шел, обстреливается просто с двух мест. На Мадрид, на Бильбао. Слабая сила, но это просто потому, что я не апал юниты. Если бы он напал, я бы хотя бы один юнит апнул, там хотя бы в мечника, например, да? То есть только поэтому. Так, а тут Рим начал здесь. Сначала захватил Венгрию, я так понимаю, потом захватил Индию. Так, вот это тоже хороший. Давайте глянем, где у меня самое большое соседство для священного места. 5. Значит, сюда его. Принимаем теократию. Скидка в золоте, скидка в ресурсах. Содержание юнитов уберу пока. Вера. Ну, мне не так много. Давайте попробуем ремесленников тогда поставить. Бонус соседства для промышленной зоны. Так. И апаем. Так, тут покупаем
Миссионера. Блин, может эту клетку выкупить? С другой стороны, жалко денег, я лучше их на конкистадоров потрачу. Так, сколько у нас осталось ходов? О, выйду в золотой век. Воу-воу-воу, нормальная там Валенсия такая стала? Нормальная. Храм Махабодхи. А, зачем мне храм Махабодхи? Вот, чеченицу надо строить. О, может ее реально в Барселоне построить? Вот на какой-нибудь вот этой клетке. Просто такие тропические леса. Ну тогда имеет смысл Алату, например, захватить будет, видимо. Так, надо поторговать. Два оливки у Кри есть. У меня два янтаря. А по-моему, мне нечем. Я, похоже, все еще всем торгую с Мали. Сейчас огляну, конечно, да. А, нет, два янтаря есть. Странно, написано, у Мали тоже есть янтарь. Вино. Со скифами лучше. Давайте, может, чаем... Подождите. Да, чаем с Римом. Рим, предложение. Шахты лучше тогда.
кстати, вот Магнуса в Кордову можно было определить, я теперь думаю. Мне лесопилка нужна где-нибудь. Вот, смотрите, сейчас тут будет 5 науки еще вход. Ну, 10. Нормально. Картахена, Сарагоса, тут все в моей религии. Так, ну давайте попробуем Болонию. Имело смысл бы эту осадную башню Я его для предприятия тут держу, наверное, для вот этого на ртуть. После мастерской часовни великого магистра. Каких-нибудь великих людей я хочу купить. Фигась, он убился от моего конкистадора. Конечно, театралочка плюс 3, на самом деле даже плюс 5 будет, но жалко убирать
Хотя... Ладно, в любом случае, пока Гурдвару покупаем. Наверное... О, а кампус тут еще. Ну, тут, наверное, кампус все-таки надо будет поставить. А, только сначала торговца. Тут у нас акведук, тут будет дамба, тут промышленная зона. Ну, я Болонью оставлю, конечно, себе, но город, скажем так, себе не фонтан. Да я забыл миссионера купить. Блин, может куда-нибудь первого посла отправить сначала? Открою морскую традицию за один ход. А какие-нибудь города хочу засоюзить. Кстати, Сингапур. Сингапур хочу засоюзить. Его Рим хочет забрать, что ли? Но пока он мне производство подает. И пока морскую традицию откроем, потом средневековые ярмарки. Ну, чтобы... У меня еще один, кстати, посол. Может, куда-нибудь отправить все-таки Таруга? А давайте. Сколько ходов? 7. Но мне миссию, например, достаточно построить, и вот у меня уже в золотом веке. Например. Мне надо бы
караваны еще в другие города, кроме, в другие цивилизации, кроме ацтека, поотправлять. Или разграбить уже. Там 50 здоровья вообще с другой стороны. Нет, подождем прибытие осадной. Будем прям город атаковать сразу. По идее, должен обратить дорогу. Еще один. Ну, блин. Здесь стоит первый посол. Можно куда-нибудь отправить. Лахор. Кстати, Лахор — интересная идея. Что там можно за веру какие-то уникальные юниты покупать. Не хангов. Ну и кроме того, у меня много военных лагерей, как бы это будет работать. Плюс 4 производства с оружейным и консульством, например. Ну все, пошел кто-то покупать юнитов. Да. Кто это? Ну это явно не скиф. Не, может и скиф, только не на меня. Так, и тут меняю на учетные банки. Давайте пока шпиона. Тут я просто здесь планирую потом кампус ставить. Кто Болонию убивает, за что? Я? Испанец пытается убить. Ты ему что, не нужна наука? Непонятно. Неужели забираю? Кайф. Так, и что мне теперь с этими юнитами делать? Может, все-таки Мали забрать? Не, ну, если Мали покупал юниты, то явно тоже не на меня. 9 ходов. Рановато.
Заповедник, кстати, интересная тема. Ну чё, пойти воевать тогда... со скифом, вот это вот забирать всё. Гелон забрать, а это освободить. Пытается, говоришь? Ну, сколько я 5 ходов захватываю? На прошлом ходу там были почти фулл стены. 90% и фулл хп. Да там этот же сотная пришла. Он же в этом... Сатстек, ты следующий. Он подошёл, и всё. Ну, просто подошли конкискадоры, там сколько, 80? 90? Не знаю, я с ацтеком дружу. Караваны к нему бегают. То же самое. Я думаю, меня сносить не так вот. Кто думает? Ну ты, Ацтек, ну ты хотя бы поставь стены и юниты, а то знаешь, сила городов 20, 18, 24, это один удар конкистадора. Ну иди сноси его, что-то... Ну, у нас с ним союз еще очень долго. Ну типа, если он сейчас кого-то снесет без сопротивления, я говорю, это сразу... Слушайте, а 4 хода может серьезно снести ацтека. Согласен. С его наукой... Давайте мы действительно снесем ацтека. Так, нам нужен еще один миссионер, видимо. Это же два нам надо будет. Так, а армию покупал прошлым ходом скиф? Какую армию? Не знаю, какую. Какую ты армию покупал? Я не покупал эту. Ну, мы же все слышали, что кто-то покупал прошлым ходом армию. Ну, это я проапался, может. А-а-а. Так все-таки кто-то покупал армию, да? Так, я думаю, что надо Виктора взять теперь. На всякий все еще случай. Например, в Бильбао. Так, сколько ходов? Филипп, на 5 4. Технологий впереди. Бывает. Не знаю, как его догнать. Надо, наверное, войну не отменить.
Да, мне кажется, поздно уже догонять. Тебе на скифе надо было вначале догонять. Там немножко неудобно было. Я как бы, я сразу в начале стены строил и военные лагеря, там ему очень тяжело пройти. Так это ж скифы. Не, по рынке нормально было, просто без панелы все. Но без дороги это было бы стрёмная игра. Ну и кроме того, я не знаю, у меня такое ощущение, что игра очень странно показывает копейщиков. Потому что я строил чисто копейщиков, у меня там штук 5 что ли или 6 было, чтобы отбиваться, и шел прямо в пикинеров, а показывает, как будто мне там 90 силы, 100 силы. Такое очень интересно. Копейщики не останавливают меня. Почему? Ну, потому что, во-первых, повышение, плюс 5 от кавалерии, во-вторых, плюс 5 я получаю за раненый болт. За раненый что? А, за раненый? Да. То есть ты хочешь сказать, что если бы ты на меня напал, то я бы не отбился вообще, да? Нет, мне пришлось бы упороться, чтобы... Ну, так в этом и идея. То есть мы в ФФА играем или дуэль? В том-то и дело, что какой мне смысл упороться. Поэтому не говорю, нет, да. Просто есть как бы человек на испанце, а есть 4 человека вокруг него, которые должны понимать, что он в любой момент просто пойдет, кого-то одного заберет. Что, по идее, должно быть им невыгодно. Ну, я через 5 ходов в кавалерии буду уже. Маловероятно, что он меня заберет. Да, слушай, мне до тебя переться вот просто даже... Ну, очевидно. Я понимаю, что ты можешь прискакать на лошадях, но мне конкистадорами... Это типа сколько? Типа тут стек ближайший, Мали. Мали вообще, считай, просто на границе. Мали, ну, да. Конечно, Мали сидит слабый и никакой, но... Но, слушайте, а зачем мне города Мали? Вот, вот как они мне вообще... Это Мали, это города Мали. У него там все построено под Мали. Там чудеса, например. Дворец Патала, он скоро будет. Мне кажется, Мали скорее Кри должен забирать. Кордову назначу. Хотя, может быть, и в Барселону стоило. Вот я бы Валенсию бы отжал. Туда не дошел посел. Веры не хватило. Ну что, стены строить? Что-то там просто начинается про отжать Валенсию. Соседство гавани, соседство центра коммерции.
Ну, я, наверное, поставлю оборонительных зданий и построю их. Так, три хода. Ну, опять же, повторяю, все еще миссию могу построить, но может что-нибудь еще тут получится приятное забрать. Так, мне все-таки надо бы, наверное, в какие-то более крутые юниты выйти, если решит на меня нападать скиф. Блин, надо было апнуть еще одного. А, вообще ж могу купить просто арбалет. Кстати. Три пикинёры 55. Кавалерия 62. В баллистику бы. Гипс на соль могу торговать. Есть у меня соль? Нету. Мали предложение. Знаете, чем плохо захватывать ацтека? У него как раз города обращены в мою религию, и меньше жителей станет.
следующим ходом. Не, ну Болонию я взял и с большей силой. Я сейчас юниты могу покупать за веру, то есть нету смысла их строить. Поэтому я так, вот это меня волнует, что он тут стоит. Он, например, может забежать и сломать мне. Наверное, все-таки все равно надо нападать. Я куплю... эту. Ну да, испанец ко мне хочет. Меня выкинет сюда, по идее, когда я войну объявлю. Так, я тут куплю бомбарды. У меня есть достаточно селитры. Пойду потом в баллистику. Правда, два форта я не могу построить, потому что все как-то... Так, сколько ходов? Один ход. Ну, надо, наверное, все-таки миссию строить. Я боюсь, я тут не выйду сейчас. Тебе долго с ним сидеть еще? Вот так? Не, он сейчас заканчивается. А, ну, я тогда сейчас с жопы к нему зайду. Красиво, конечно. Он тут заповедник поставил. Все города, армия, все дела. Там с другой стороны Рим придет и запилит ацтека с другой стороны. Я не понял, а что мы как бы на меня гоним, если у Рима и культуры больше, чем у меня, и науки всего на 15 меньше. Потому что ты можешь двух-трех соседей легко захватить на конкискадорах. Прям легко, это прям легко делается, да? Арбы им будут противостоять или кто? Не, как мы делаете? Мы за френдли игру. А Мали все чудеса строит, ему норм. Да, это, кстати, смешно. Все застроил. Баня с конкискадорами под боком, а постройка еще три чуда. Звучит, как будто вы завидуете. Его стальным яйцам? Не поверишь, но есть немного. Не буду никуда отправлять пока.
У нас с Испанией все нормально. Вот стоп, посмотрим сделку. Мадриде строить мне этого военного инженера, или я уже так баллистику три хода открою? Две бомбарды надо. Не, лучше в баллоне вторую еще куплю. Ацтек сделка. Спасибо. И моли тоже. Так, слушайте, а... У меня ж угля нету. Еще сделка ацтек. А, нет, есть уголь. Прям священное место на нем, зашибись. И вот еще уголь, кайф. Так, сколько у нас дружба со скифом? 4 хода. Ацтек в военный союз может дать? Ну, я дал, через 6 ходов. Через 5. Через 4. Вот это проблема нахождения, ну, в центре. 70, по-моему. 54. Или 60 были, по-моему. Ну, типа, если города нормально, не задефать никак. С кучей там хотя бы арбалетов сзади. Мне нужно прям заспамить. О, еще уголь. Так, ладно, с углем у меня все зашибись. То есть, что там, типа, это осадка, которая через стены бьет. 54 города быстро падать будут. Не, амбар давайте. Создает реликвию. Скрой, давай бы все исполнил. Весь мир против меня. Кремовчик. Два хода до священного. Ну, давайте тогда строителя, наверное, пока. Меня, на самом деле, меня уговорили на ацтека нападать Рим и скиф. Если бы они не говорили, как... Ну, вообще, я не думаю, что, кстати, не знаю. Ацтек выглядит вроде как неплохо в развитии. Посмотрим.
Погибаю, парни, помощь нужна. Поможем, всем миром поможем. Не знаю, Атиня, ты вот, мне кажется, ты зря пытаешься вступить за Ацтека, ты просто посмотри, как развит Рим, и сейчас ну, все тут будет против меня, а он просто сзади приходит и забирает вот эти города, которые с ним Я пожму тебя в Барселону и говорю с ним. Что, Барселону? Я ничего не понимаю. Ты так бубнишь, я не понимаю, что ты говоришь. Я слышу только Барселону. Барселону и Валенсию, говорю, отожму тебе и все. А, Барселону и Валенсию отожмешь? Ясно. Да, на момент времени что я ремонт смогу сделать? Зачем священнику там ставишь такой красивый заповедник в Бобе? Мне Нуна. Переходы, меркантилизм. Кстати, можно тут мрамор сделать. Благодаря тому, кстати, что Ацтек в
темной эпохе, у меня еще и города эти, скорее всего, не будут отваливаться. Че, ну у нас 5 ближний бой? Да. Хотя какая разница, если там мушкетеры охраняют? Так не, мушкетеры там в городе сидят. Им не нужно выходить никуда. Мушкетеров сейчас не будет. Они будут не нужны. Так что ближний бой. И баним ученых? А ближний бой минус 7? Да, да, да. Ученых, да? Конечно. Ну, неудачно тут, конечно. Надеюсь, что они все по одному вбросят, тогда мне хватит получить на плюс 5 силы. Нет, кто-то прям влил. Прям ацтек все туда влил. Ну, тогда можешь мне идти со скифом воевать. Я не вижу, чтобы я тут ты сколько брал. А скиф планирует у меня там города отжимать. Неприятненько. Ацтек, давай ты мне какую-нибудь небольшую дань заплатишь, и я отойду. Потому что я думаю, что тебя будет сейчас с другой стороны, просто заберет Рим, если я буду с тобой воевать. Так как тут еще тебе скиф поможет. Сколько устроит? Могу все, что есть, просто отдать. Давай. Ну, я просто не вижу, я не могу... Не, меня там еще ресурсы интересуют. Я просто не могу увидеть, что там у тебя из-за войны. Ну, короче, через 6 ходов мир. Я тогда отойду. К скифу, да? Не, удачи, когда ты тут корпусов кавалерии. Не, ну а смысл? Я понимаю, если бы я просто воевал с ацтеком и с другой стороны на него напал бы Рим, тогда было бы честно. А так почему-то все против меня, а ацтека в итоге полностью заберет Рим. Вот это мне очень приятно, тем более, что Рим уже лидер. Да, устаю с ним еще ходов 20. То есть ты только сейчас заключил с ним союз? Вот когда ты с ним воевал, с ним засоюзился, да. Нет, нападение... Нападение скифа очень не нравится. Мне типа еще нет смысла куда-то лезть.
Так, потом в национализм пойдем. Реликвия. Игрушка. Крана в самом деле мало. То есть я одну из главных бонусов Испании вообще не использую. До кругосветки чуть-чуть осталось. Что, крест городом беда? Почему тут плюс один дает центр коммерции, не пойму. А, я ж... Блин, точно, я же построил. Может поставить на ну еще стены средневековые стены построить. Пять ходов что-то долго. Нет, тут надо военный лагерь сначала достроить, а потом уже стены. А, я уже в пушку прямо апнулся. Блин. Так. Может, кирасиры куплю? Чисто побегать тут.
Летучие отряды летят куда-то. Да, тени в национализме. Но у него и побольше, конечно, культуры для этого. Ну что, может мне в Валенсии купить. Ну вот конкистадоров тут нету смысла, потому что я не могу сюда какого-нибудь миссионера довести, поэтому, наверное, все-таки кирасиров надо брать. Или полевых пушек. 60. Эту апну в полевую пушку. Сколько стоит? 75. Куда Виктора пересадить? Наверное, может, в Барселону или в Валенсию?
Ща жара начнется. Следующим ходом на просвещение я карточку поставлю. Блин, тут тоже надо стены, я думаю. Он, наверное, не может осадной башней или другим юнитом пробовать стены мне пробивать, потому что не действует на кавалерийский юнит, действует только на рукопашные. То есть, а чё Кри отказывает мне в дружбе? Ничего себе. Мали предложение. Не соглашайся, конечно, надо. Понял. Еще предложение, Мали. А, это ты мне кинул? Да. Так. О, блин. Слушайте, мне бы тут дамбу. Просто мрак как разлилось. Это деньги нужны, чтобы выкупить клетку. Черт. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут найти прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!